Привет всем, с вами Александр на канале Бодров Цветовод. Вот уже начало июня. Приглашаю вас прогуляться по нашему саду, посмотреть, что у нас сейчас цветет, в каком состоянии. А также я хочу в этом видео подвести итоги, итоги зимы, итоги майских возвратных заморозков, что у нас погибло. Очень печально, но такие растения, выпавшие есть в этом году, среди которых аж 12 роз. Так, давайте начнем с этой красавицы. Калина в этом году нас прям очень-очень радует. Шикарное цветение. Очень красивое. Здесь она у нас немножко однобокая, поэтому я сейчас пытаюсь формировать ее одну сторону. Но ну, вот с этого ракурса она просто чудесна. У нас уже начинают свести ирисы, луки, пионы начали Если вам интересны декоративные луки, а вот я как раз снимаю отдельно все луки, будут обзор сортов декоративных луков. В том году уже был, но за год появились новые сорта. Поэтому, если вам интересно узнать больше про сорта декоративных луков, оставайтесь на связи, ставьте лайки и комментарии, чтобы не пропустить это видео. А пион. Роузхарт, я надеюсь, он по сорту первый раз будет цветение. Вот-вот-вот, он распустится. Вот, друзья, декоративные луки белые вот так вот выглядят. Пальницы у меня цветут по очереди, в зависимости от сорта. Вот последовательно сейчас вот наконец-то у нас так называемая белая купальница, хотя она не совсем белая а кремовая. Если вам интересно узнать о сортах купальниц, то тоже оставайтесь на связи. Постараюсь заснять все, что успею и показать в отдельном видео. Здесь у нас разные сорта как раз декоративных луков их разная форма. Так, розы. Как выглядят розы? Гирлянда Амур у нас просто в этом году, я не знаю, как ее назвать, очаровашка, она хорошо вышла с зимы, почти не пострадала. Хорошо выдержала майские возвратные морозы, Вся на бутонах, вот-вот уже покажет свою белую шапку цветов. Потери корни собственная фина. А мы думали, что потеряли симпатии летистая, но все-таки она ожила. А на этой клумбе у нас розы первогодки. Очень хорошо развиваются. Но здесь у нас пострадала штамбовая роза. Она как раз после зимы не проснулась, а пока еще ждем, не обрезаем, надеемся вдруг что. Но ну, прям видно, что у нас уха Жалко. А здесь эта клумба очень хорошо вышла зимы, как раз вот у нас пару мест, которые Перезимовали хорошо на участке, но возвратные морозы практически убили Бургундия Сейчас, смотрите, друзья, она заново стартанула, хотя после зимы вышел весь большой куст. Пришлось и заново. А Камиллот а и зиму хорошо перезимовал, и возвратные морозы прекрасно пережил гонит побеги, будет, надеюсь, какое-то шикарное цветение здесь. Остальные хорошо себя ведут. И как вы относитесь к седумам? У меня в этом году к осени будет, наверное, обзор сортов седумов. Поэтому Кому интересно, не забудьте заглянуть. У нас в который год страдает спирея Ван Гута от этих от возвратных заморозков. То есть у него было в начале мая полно бутонов. И в один день все почернело. Зато у нас в этом году очень хорошо будет свести чубушник махровый. Практически большой куст, весь на бутонах. В прошлом году было три маленьких цветочка. В этом году будет какое-то чудо. Серая хорошо процвела. Дальше, дальше у нас пока Lions Rose. А, супер я не знаю, видно или не видно, на камеру проснулся Lions Rose. Мы думали уже попрощаться с ним. Но он все-таки выдал почку. Самая страшная картина вот здесь, на этой клубе, на которой у нас чайно гибридные. Они, очень, они практически пришлось под ноль обрезать все а после зимы. И даже после зимы уже многие розы отсюда не проснулись А кто-то не выдержал возвратных заморозков В итоге сколько у нас? Раз, два, три, четыре розы осталось Из двенадцати Из двенадцати на этой клумбе осталось всего четыре розы Очень грустно, что Golden Тауэр не проснулся Чандес Бьюти Александр Пушкин и вот эти все розы мы, конечно, будем восстанавливать. Если помните мое весеннее видео, здесь все было обрезано под ноль. И, друзья, сейчас все розы проснулись. Даже выдержали возвратные морозы. И хорошо, ну или более-менее, развиваются. На этой клумбе у нас две потери. White Cloud. Причем он хорошо проснулся, но возвратные морозы его просто вот убили. И штамбик. Он только-только начал просыпаться, а возвратные морозы. Ну, верхние прививки просто убили совсем. Вот, ну, как вариант, может быть, даже попробовать самим привить. Будем думать. Вот эта клумба неоднородно вышла а после зимы. Ну, неоднородно. То есть у нас две розы осталось. Мы практически не обрезали. Вот септотайл хорошо вышло, И там еще одна. Все остальное обрезали под ноль. И уже уже идет процесс. Теряли мы здесь думали перовские, но даже перовские просыпается. Так, а это теневая клумба с розами. Она относительно хорошо вышла из зимы. У нас тут три розы. Мы обрезали под ноль. Вот эти вот идит. Не помню, название потом вспомню. Но вопрос в том смысле то, что они все проснулись. И даже даже заморские пострадали, конечно, но уже останавливаются. У нас Ангелы уже на бутонах. Хайвеллен пинг на бутонах. Так что здесь более, более-менее все хорошо. На этой клумбе есть потери Шарль де нас не хочет просыпаться. А... Дальше Аваланш не проснулась, и Ломоносов не захотел просыпаться. А будем, скорее всего, прощаться. И скорее всего ломоносов восстанавливать. И аваланш не будем, чего-нибудь другое получше будем искать. Здесь проснулись все розы. Последняя проснулась в один пьяна. Жалко ее, конечно, очень, потому что был огромный куст. А Сейчас какую-то маленькую почку пока только выдала. А клумба с плетистыми розами тоже практически вся ожила. У нас здесь а... Проблемой оставался айсберг. Но даже... У айсберга где-то мы... Да-да, даже у айсберга одна почка проснулась. Так что и айсберг будет жить. Очень хорошо развиваются климатисы. Практически все клематисы нормально перезимовали. раскрылись показывают свою красоту в этом году они уже но ну, большая часть из них будет большого размера так из потерь опять же как это ни странно у нас четыре э, гортензии метельчатые до сих пор еще не проснулись. Вот Пиксио, как раз сажал я осенью. Colorful коктейль. Ну, вроде бы какая-то не. А, вот это проснулась, да, почка есть из земли пошла. А, Самарская лидия хорошо вышла. И Пяти Стар тоже хорошо. А вот еще в потере, что у нас добавилось две черешни. А вот это вот два года, вообще не проснулась черешня после зимы. А вот это четыре года, она после зимы медленно-медленно просыпалась, а после майских морозов решила, что нет смысла просыпаться. Очень жалко, столько ее ждали. В этом году она должна была уже дать хорошее цветение, потому что в том году была такая репетиция, первые цветки были. И, видимо, мы ее потеряли, потому что даже почек нигде нету, намека. Потеряли мы также абрикос. Одну зиму он пережил, все хорошо. В прошлом году были листья. После этой зимы он не проснулся. И практически потеряли а, яблоню, которая была посажена осенью Red Delicious. Она проснулась, но после майских морозов решила не просыпаться. Слава богу, что посла уросль снизу и возможно из нее все-таки что-то получится. Даже вот эта вот яблонька, которая у нас уже года три. Даже она сейчас неравномерно просыпается. Так что год был... В смысле не год, а зима и весна были очень нехорошими. Что-то с корой происходит тоже непонятно, Друзья, если вы знаете, что происходит и что можно сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Боюсь, что и это можно яблоню окончательно потерять. Еще одна потеря. А, как я уже тоже у многих блогеров видел, Берисклет европейский в этом году у многих замерз. У меня был такой большой куст. в итоге сейчас идет все снизу. Слава богу, живой. Но придется ему куст наращивать заново. А стиль бы все после первичных ой, возвратных заморозков пришли к себе, а и даже ложа бутонов дают. Так, здесь красавицы хосты. Все растет, все раскрывается. Что здесь погибло? Пузыреплодник с Tiny Wine Gold проснулся после зимы но возвратные заморозки его скорее всего убили вишня в этом году как раз цвела во время возвратных заморозков поэтому ни одной завязи у нас не осталось а другая вишня которую мы сажали прошлой весной она дала это пустые цветочные почки. Поэтому он будет подвергаться обрезке. Вот-вот, буквально уже через пару дней будут распускаться пионы. Ждем с нетерпением. Coral Sunset. Очень, очень красивый цвет удивительный лимон шифон уже тоже раскрывается. Пионы в этом году очень хороши. Так, ранний пион. Пострадали у нас спиреи очень сильно во время возвратных заморозков. Так пострадали, что даже непонятно, смогут ли они проснуться. То есть какие-то только-только просыпаются, а некоторые уже э, достаточно хорошие кустики дали. Спире Pink Айс под ноль, ничего не осталось. После зимы она давала такую поросль и должна была восстановиться, но возвратные заморозки убили все напрочь. Кто еще у нас погибло? Погиб миндаль трехлопастной. Причем в прошлом видео я показывал листочки зеленые. Но началась жара. И за время жары он абсолютно весь, весь высох. И вряд ли уже проснется. Что еще? Мы думали, что потеряли Церцис. Но Церцис, слава богу, начал просыпаться в разных местах побега. Снизу дал какую-то поросль. Поэтому здесь более-менее Боярышник у нас декоративный цветет, но а, как-то очень странно цветет. Некоторые ветки начали подсыхать, непонятно почему. Если вдруг вы а, можете знать причину, почему вот ветка взяла и высохла, конечно, оно во время морозов часть веток м -м, подмерзала. Может быть, это последствия морозов. Вот взяла, расцвела и и высохла. Очень интересный сорт. Цветки распускаются белыми махровыми, а потом становятся розовыми. Вот такой огромный куст у нас с маленькой-маленькой сюськи вырос примерно за 4 года. Так, потеря очередная. Это боярышник, который цветет красными махровыми цветами. Пол Скарлет. Побег абсолютно сухой, хотя мы его укрывали двойным спанбондом Сейчас идет снизу поросль. Надеемся, что это как раз вот он самый, потому что поросль идет где-то как раз э, с пограничного ну, как сказать, отрезка с прививкой. Непонятно пока, что это. А вот этот штамп призамовал достаточно хорошо и уже даже бутоны будут. Это штамп Пьер де Рансар. Я надеюсь, соответствует сорту. Что-то какие-то маленькие больные веточки для Пьера де Рансара. Ну, будем смотреть. Ну и в завершение нашей прогулки. У нас распустилось наше чудо. Это пион Постэллиганс. В этом году он просто потрясающий. Вот таким махровым. А за три года он ни разу не был. Мы всего в этом году четвертое лето. И он выдает потрясающе красивые цветы очень интересного цвета друзья спасибо большое за прогулку не забывайте поставить лайк задавайте вопросы в комментариях оставайтесь на связи всем хорошего цветения по крайней мере сейчас будут пионы а у некоторых розы уже цветут но вот чтобы было все удачно все сложилось и вы а, порадовались тому что вы посадили